вот этот коронавирус, вот этот, он лечится очень легко с помощью имбиря. Если вы будете жевать имбирь и пить напиток куркуму, делать отвар куркумы, не сильно концентрированный, с медом, то вы никогда просто не заболеете этим вирусом. Кажется, что это ирония, но нет. Писатель, по его собственным заверениям, кандидат медицинских наук, его имя не хочется озвучивать всерьез, на многотысячную аудиторию вещает, что имбирь – это панацея от коронавируса. Имбирная лихорадка добралась и до нашего региона. Ценник на полезный корень подскочил до 1200 за килограмм, что в 5 раз больше, чем до пандемии коронавируса. Заметно подорожал и лимон. Лучшая борьба с коронавирусом – это лимон. Научно доказано. Всемирная организация здравоохранения опровергла информацию о том, что имбирь и лимон спасают от инфицирования. Медики и ученые в очередной раз напоминают, что эти продукты полезны для здоровья, в них много витаминов, но они не лечат, а лишь укрепляют иммунитет. В одно время была такая в интернете утка, что чай помогает, то есть это все было потом опровергнуто. Нет никаких научно обоснованных данных, что имбирь и лимон помогают от коронавируса. Вы можете просто использовать его как вкусненькую добавку к еде. Кстати, еще в прошлую пятницу те же лимоны, хоть и по новой цене, были в свободном доступе в Барнауле. Сегодня в торговых сетях их не найти. Лимонный и имбирный бум привел к острому дефициту этих продуктов. Но они пока еще есть на рынках. Я ничего не могу сказать, почему они подорожали. Может быть, они связи доллара, связи это коронавируса, связи закрыт границ. Только одному Богу известно, с чем связан. Насколько обоснованно взлетели цены на эти продукты, Госдума поручила разобраться ФАС. Ну а мы, в свою очередь, просим всех жителей не поддаваться панике, не верить всему тому, что льется сейчас в интернет, и проверять информацию. Помните, что всегда найдутся те, кто воспользуется вашими страхами и наживутся на них. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком из дома.